Для фильма «Пятый элемент» Пиполай. Люк Бессон хотел, чтобы у Милы Йовович были настоящие волосы, покрашенные в рыжий цвет. Но когда актриса согласилась, то в первые 20 минут фильма мы видим ее с натуральными волосами, но потом понадобился парик. Дело в том, что после каждой покраски головы у актрисы была негативная реакция на краску и стали клочьями выпадать волосы. Не знаю, как она еще лысой не осталась, так что пришлось использовать парик до окончания съемок.